трогательные соул, композиции и заводные ритмы R&B. Пензенцы увидели представление мирового уровня. В Пенса-концерте выступила американская певица Финли. Это ее первые гастроли по России. Финли – это мое имя для сцены, но также это моя фамилия. На самом деле меня зовут Нетта. Мой отец играл на пианино, и я считаю, что не я выбрала быть певицей, а пение выбрало именно меня. С раннего детства я пела в церкви, и мой отец считал, что у меня хорошо получается, поэтому я решила продолжить свою карьеру. В настоящее время Финли работает над своим дебютным альбомом, а первые два сингла уже завоевали популярность у американской публики. Музыкальные критики отмечают глубокий и проникновенный голос исполнительницы и прочат ей мировую славу. Я планирую записать альбом, но сейчас у меня только 5 песен, которые могу туда включить. Это очень тяжелая работа, и я буду продолжать. В Пензе певица выступила совместно с эстрадно-джазовым ансамблем «Экспресс Бэнд» под управлением Юрия Белоногова. Такое сотрудничество с приглашенными артистами для пензенского коллектива не в новинку. «Экспресс Бэнд» неоднократно радовал местных зрителей совместным творчеством с известными исполнителями. Не менее ярким стало и совместное выступление с прекрасной американкой Финли. У нас всегда есть ощущение, что мы не до конца подготовлены, потому что не было репетиций совместных, ни одной. Она была репетицией вот сегодня за несколько часов до концерта. Поэтому у нас всегда ощущение, что что-то может не получиться. Поэтому мы всегда переживаем, и я вот лично нервничаю всегда. Главное для нас сыграть это качественно, не развалиться, не рассыпаться, начать вместе и закончить вместе в конце концов. Этот проект – один из многих реализуемых Пенса-концертом в рамках сотрудничества с американской продюсерской компанией Edelman Music Management. That song makes me sad. Even though I'm super happy.